Минувший год для уголовно-исполнительной системы региона был удачным. Такие позитивные итоги работы подвели на коллегии в управлении ФСИН. Тяжких и особо тяжких преступлений не было, побегов не допущено. Больше чем в два раза сократилось количество суицидов среди спецконтингента. Изъято 540 телефонов, пресечено больше 11 тысяч нарушений порядка отбывания наказания. На будущий год федеральное руководство велит УФСИН Ивановской области позиции не сдавать, но все силы направить на развитие сельского хозяйства и животноводства, курс на продовольственную безопасность. Необходимо увеличивать количество произведенной внутри системы продукции, чтобы полностью покрывать потребности учреждений. В 2016-м уровень самообеспеченности по молоку составил 88%, по мясу – 33%, по капусте – 52%. В идеале нужно, чтобы по всем показателям было 100. Приехавший на коллегию замначальника ФСИН России Олег Коршунов с итогами деятельности регионального ведомства ознакомился и остался доволен. В этом году они закончили год удачно, могу сказать, что вот я сейчас много областей объезжаю, но вот пока по Ивановской области у меня особо вопросов нет. Наверное, хотелось бы больше, конечно, чтобы все-таки было, наверное, немножко побольше сельского хозяйства. Хотя вот они, конечно, говорят, что у них зона рискового земледелия. Но, наверное, хотелось бы, чтобы все-таки они побольше выращивали.